Это видео было снято 2 дня назад. На этих кадрах видно, как женщина средних лет с перебинтованной грудью лежит рядом у ворот центральной клинической городской больницы города Алматы. О том, что она была мертва, стало известно только 2 дня спустя. Покойной оказалась 54-летняя Наталья Урашева. Определенного места жительства у женщины не было. В больницу покойная была доставлена 14 вечером. У нее обнаружили рак груди. Эта женщина была доставлена бригадой скорой помощи 14 июля в 19 часов 18 минут. Медицинские показания для госпитализации этого человека не было. Из-за этого она была после оказания помощи отпущена домой с рекомендациями обратиться в специализированное учреждение. По словам директора центральной больницы Марата Абдуллаева, пациентка была выписана в день поступления после оказания всех необходимых медицинских услуг и покинула стены больницы добровольно. Однако разговор охранника и полицейских на этих кадрах доказывает обратное. Президент общественного фонда Аман Саулык Бахутуменова – профессиональный медик. По ее мнению, женщине не стали оказывать необходимую помощь только потому, что она бомж. Мы должны оказывать помощь каждому, кто к нам обращается, одинаково, качественно, одинаково, профессионально, с высокой степенью ответственности, вне зависимости от того, какого социального слоя этот человек, гражданин, представитель. Медперсонал больницы отрицает свою вину в гибели женщины. По их мнению, покойная в тот день была в алкогольном опьянении, а это и могло послужить причиной смерти. Сейчас по этому факту проводится судебно-медицинская экспертиза, которая и должна внести ясность в причину смерти Натальи Урашевой.